Тем стартует фестиваль «Зима» начинается в Якутии. Сегодня в столице открыли международный фестиваль ледовых и снежных фигур «Бриллианты Якутии». В этом конкурсе примут участие 25 команд под надзором международного судейства и почетного гостя из Лапландии, президента Международной ассоциации ледовых скульптур Джохани Лилберга. Кроме того, в составе жюри Юрий Спиридонов, известный народный художник из Якутии, также известный косторез Федор Марков и директор ледового парка Алексей Демьянов. Ну а среди участников на этот раз команда из Китая и Монголии, а также из разных регионов России и районов республики. В этом году самое интересное, наши мастера выходят на этот конкурс, на эту битву известных скульпторов со своими сыновьями, как известные скульпторы Шадрин Александр со своим сыном, Леонид Афанасьев со своим сыном, Николай Петров, Василий Аргунов, Егор Савин со своими сыновьями. И самое интересное, гостья, которая приехала из Хабаровска, Наталья Гончарова, тоже прилетела со своими сыновьями. Вот такая преемственность, вот такая передача, как говорится, своего искусства своим детям.